Североказахстанские энергетики показали потребителям, на что идут их деньги. На местные теплоэнергоцентрали реализуют долгосрочную инвестиционную программу. Ее суть в том, что средства, полученные за тепло, направляют на модернизацию. За 5 лет сумма вложений составит 4,5 миллиарда тенге. Сейчас на ТЭЦ-2 идет реконструкция уже 4-го по счету котла и 3-го турбоагрегата. До начала отопительного сезона планируют обновить почти половину всего оборудования. Это позволит существенно увеличить мощность станции. Была получена заявка от ТЭЦ на чрезвычайно регулирующую меру. По законодательству монополист имеет право обратиться, если произошел рост цен на уголь. Уголь, вы знаете, основное сырье у ТЭЦ. Вот. В этой связи с августа до конца этого года будет увеличен тариф на 0,8%.